Ребят, вы это, вы не волнуйтесь. Все в порядке. Просто в ваших интересах побыть немного здесь. Что? Не волнуйтесь, мы все сами неофициально порешаем. У вас тут бутерброды, чай, перекусите. Ну что? Фибриязвенного микроба не обнаружено. Можно выпускать, это не смертельно. Слава богу. Ну а что же это такое? Кожный лишманиоз. Тропическая инфекционная болезнь. Передается через москитов. Время вызревания 2-3 месяца. Вот это да. И что происходит? Ладно, система очистки воздуха отключила во всех помещениях. Но вам сюда заходить нельзя.